вот он. Прекрасно. Хавьер Фернандес продолжает покорять сердца публики во всей планете. И обратите внимание, третий показательный номер за сезон. Был у него Тореадор, оставлял он прошлое и позапрошлогоднюю гимнастику, и сейчас что-то новое. Браво! Это наш европейский лидер, за которым нужно тянуться изо всех сил, потому что он не останавливается и продолжает прогрессировать. Что делает беззаветная любовь к фигурному катанию. Человек из Испании много-много лет выступал на различном уровне и дошел до самой вершины. Вершина – это Олимпийские игры. Ведь его еще не все пройдено. Успеется еще, да. Пока у него только чемпионаты мира и чемпионаты Европы позади. Побед. В разные стороны заход, а очумительный, еще лучше, чем прыжок. Показывает нам, что 3,5 прыжок может прыгать днем и ночью при выключенном свете. После прошедших соревнований мужских. Это тоже не шутка. Все, утонул Фернандес в овациях. А теперь говорите, что не будет наших. Потому что вы начали говорить, а я вас перебила. К сожалению, я да. Я очень сожалею. Утанивал Сажар. Поднялась температура, и буквально за пару часов до начала показательных они объявили о том, что не смогут выступить. И поэтому список чемпионов не полный в этот раз. Но, тем не менее, мы не забываем и еще раз поздравляем Татьяну Волсажара, Максима Транькова с блистательными прокатами на чемпионате Европы. Мы любим вас, мы очень любим вас. Мы гордимся вами. Ну и Таня, здоровья. Да, не подхватите этот ужасный грипп, которым, кстати, здесь все болеют. И каждый старается чихнуть на другого. Мы рады, чихали, что вы были с нами. Ну, сейчас еще все появятся. Да, мы рады, а я заранее скажу, мы рады, что вы были с нами. Мы знаем, что нас смотрело много людей. Мы хотели сделать вас счастливыми. И они, те, которые на льду, хотели тоже, чтобы тепло ваших сердец и аплодисменты